Следующая остановка – Кунцевская. Переход на Филевскую, Арбатско-Покровскую линию метро и КРЭкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. The next station is Kunsevskaya. Change here for Metro Lines 3 and 4 and Air Express trains to Sheremetyevo Airport. Thank you.
Следующая остановка – Сетуль. Переход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. The next station is Setun. Change here for aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. Следующая остановка – Немчиновка. Переход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. The next station is Немчиновка. Change here for aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. Немчиновка. Переход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Следующая остановка – Сколково. Немчиновка. Change here for aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. The next station is Сколково. Следующая остановка – Сколково. Переход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. The next station is Сколково. Change here for aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport.
Доброе утро, уважаемые пассажиры. Вашему вниманию хочу предложить... Кулково. Переход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Следующая остановка – Баковка. Сколково. Change here for Aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. The next station is Баковка. Новинку в области канцелярии – это шариковая ручка нового поколения. Все мы пользуемся абсолютно разными ручками, но каждая из них имеет свои недостатки. Обычная шариковая резко перестает писать, гелевая быстро заканчивается, роллер имеет жирные чернила, промокающие бумагу насквозь. Эти ручки таких недостатков не имеют. Такие ручки пишут очень экономично, тонко, мягко, аккуратно, под любым углом на любой бумаге. Идеально подойдут для школьников, для заполнения финансовых и юридических документов, для заполнения бланков с мелкой разметкой. В наличии есть синие, черные и красные. Стоимость одной ручки 50 рублей на 100 рублей в три ручки. Также есть ручка, одной стороной пишет, другой стирает стол. Флайер письма падает на 10 тысяч метров, то есть на 10 километров 100 рублей. Набор цветных ручек флайер в наборе 4 ручки 150. Кто заинтересовался? Следующая остановка – Баковка. Переход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. The next station is Баковка. Change here for aeroexpress trains to Sheremetyevo Airport. Thank you.
Баковка. Переход к Аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Следующая остановка – Одинцово. Баковка. Change here for Aeroexpress trains to Шереметьево Airport. The next station is Одинцово. Остановка Одинцово. Переход к Аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. The next station is Одинцово. Change here for Aeroexpress trains to Шереметьево Airport. Следующая остановка – Верхушково. Осторожно, двери закрываются. The next station is Верхушково.
Сергеевна, хорошего всем настроения. И хочу ваше внимание предложить товар, о котором многие слышали или раньше приобретали. Это бамбуковые салфетки с антибактериальным средством. Такими салфетками идеально отмойте посуду. От жира, грязи, растительного масла, без моющихся. Сейчас по дресне применяем моющихся. Она не впитывается жир благодаря своим свойствам. Также эта салфетка очистит газовые, электроплиты, аудио, видео, аппаратуру, мебель. Понравится она эта медицина. Она хорошо себя впитывает влагу, не оставляя расходы во всем. Ну а сухой салфеткой накрыть это близко зеркало и зеркало. Боится салфетки любой мощью средств. Ну и о цене. А стоимость у нас трех таких салфеток составляет 100 рублей. На 100 рублей можете провести сразу 3 салфетки. Уверяю вас, где есть это посуды? 3 салфетки.
Следующая остановка – Дачная. Осторожно, двери закрываются. The next station is Дачная. Чтобы очки не потерялись. 50 рублей. Не торговля. Увеличительные линзы. Не торговля. Для чтения мелкого текста без очков.